Сегодня Чувашский государственный музей отмечает 75-летие создания. К этому событию приурочили выпуск альбома-каталога, в котором приводится история коллекций и репродукция лучших произведений. Фонд Чувашского государственного художественного музея насчитывает 28 тысяч произведений искусства. Живописи, графики, скульптуры, чувашской вышивки, фарфоры, стекла. В помощи истинным ценителям прекрасного – роскошное издание альбома-каталога, который презентовали сегодня. Говоря о научно-исследовательской и просветительской деятельности, необходимо отметить, музей давно перестал быть только хранилищем коллекций. Его вклад в культурное воспитание общества много больше. Разрешите выполнить поручение главы и вручить благодарность главы Чувашской Республики коллективу бюджетного учреждения Чувашской Республики Чувашский государственный художественный музей за вклад в сохранение и развитие изобразительного искусства. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. Сегодня же в здании на улице Калинина открылась экспозиция, посвященная 75-летию Чувашского государственного художественного музея. А завтра в отделе русского и зарубежного искусства на улице Константина Иванова пройдет круглый стол, посвященный вопросам комплектования музейных коллекций. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.